Girls, let's move out, comrades. Okay. Sunset! Knee! I'll bring you back to life. Thanks for bringing her back to life. Why did she die of tossing? Combines could be anywhere. Oh!
Бон Фриман, у тебя получилось. Мы говорили с Алекс. Посмотрю, смогу ли я связаться снова. За мной. Сюда, доктор Фриман. Сюда, доктор Фриман. Сюда, доктор Фриман. Сюда, доктор Фриман. We'll see you soon, Калашников! Это не он. У нас все чисто. И здесь Гордон Фриман. Доктор Фриман, вы шутите? Я была на связи с Алекс. Они схватили ее отца. Сюда, доктор Фриман. Eli Vance is indispensable to the liberation. Алекс, это Леон. И со мной Гордон Фриман. Гордон, ты прошел через Ревенхольм. Слава богу. Мне нужна помощь. Они захватили моего отца. Его увезли в Новый Проспект. Партигонты выследили корабль, на котором отправили его и Джудит Мосман. Я должна поехать туда, пока еще поезда ходят. Вот тут-то ты и вступаешь в игру, Гордон. Мне нужно, чтобы ты пробрался по берегу до Новый Проспект. Раньше это была тюрьма строгого режима, а сейчас кое-что похуже. Но я все же думаю, что легче пробраться туда, чем выбраться оттуда. Ты хочешь, чтобы он шел по берегу? Он не продержится. Скоро вылупятся муравьиные львы. Поэтому я и звоню, Леон. Я надеялась, что ты сохранил внедорожник, который мы оставили тем летом. Ну, тот, на который отец навесил там. Да, хорошая идея. Подожди. Норика, выводи багги и припаркуй его. Уведет Гордон Фриман. Хорошо. Я установила ящик с боеприпасами сзади. Как раз вовремя. Окей, Алекс, мы готовы. Спасибо, Леон. Гордон, я не ездила по берегу больше года, но у меня нет причин полагать, что там стало безопаснее. Ищи меня на станции, где разгружают поезда. Береги себя. Увидимся в Новый Проспект. Пока. Пока, Алекс. Окей, док, перед дорогой тебе нужно запастись аптечками, патронами, проверить карту, посмотреть, куда идти. Если поможет, в машине ящик с боеприпасами. Будь в машине, используй гидранты, и не будешь уступать муравьиным львам. Thank you.
That makes sense. Ivan's done.